автобусе уже. Доброе утро. Время 9 часов утра. Мы поехали завтракать. Дадим чай с ребятами, с Таней и Сергеем. Едем на автобусе от автостанции, которая находится возле моего дома. Автобус номер 10. Цена билета на 2 сентября 18 лир. Цена не актуальна, скорее всего, будет уже там через 2 месяца, потому что, сами понимаете, цены в Турции растут. Еще вот недавно, в начале лета, цена была 13 лир, потом была 15, сейчас уже 18. Нам ехать примерно минут 25-30. Поедем на то же место, где я была в июле, в месяце, в июле, с Оксаной и Леной. Везде, да, горы. Обожаю, обожаю. Не знаю, вы заметили или нет, там вдалеке была надпись «Айлаф Аланья». Это старая Аланья. В автобусе народу, ну, вот столько. Жарко уже невозможно с утра. Хоть мы и вышли рано из дома, жарко. А мы там будем сидеть в теньке у горной реки. Там не будет жарко, потом будем ехать на автобусе, а потом сразу же домой. Мой дом от автостанции, ну, максимум 10 минут. Зато сейчас посидим, насладимся атмосферой. Вот надпись опять «Айлаф Аланья» между домов. Зеленая Аланья. У нас вот такие же деревья были на Сугазюм до того, как они начали делать дорогу. Старые фотографии в Google. Очень зеленая улица была. А сейчас насадили у нас на Сугазюм олеандров. И все деревья убрали. Одно дерево только у меня под домом осталось. Да и то оно пострадало. Кстати, оно пришло в себя. Видели, да, дерево-то у меня очень даже. Очень даже, очень даже. Ну, в общем, мы в дороге. Как приеду, покажу все дальше. Остановка. Выпала бутылка у мужчины. Люди заходят через передние двери, потому что там водитель, он обелечивает. А выходить могут через любые двери. У нас лето полным ходом. Жаришка, 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 жаришка. Ну, уже 30 есть, конечно. Там вот время 9 часов утра. Мы в половине 9 встретились. 30 уже есть. А у горной реки будет очень хорошо. Очень. Приехали. Здесь так хорошо, гора рядом. Не знаю, видно или нет. Уже остановки едим чай начались. Ну, это самые первые кафешки. Это тоже остановка. Вот сколько мы разговаривали с нашими русскоязычными, этого девушка. Вот этого девушка с супругом, они все идут на последние. И мы тоже на последние. Ну все, мы приехали. Наш автобус. Видимо, место для стоянки. Фонтан. Ну, вспоминайте, я здесь была. Вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте. Вот, мы сюда идем. Мы сюда идем, там музыка играет. Горная река, красивые мужчины. О, боже мой. Фотографироваться будешь? Да. Давай, давай.
чтобы получился идеальный кадр. Таня с Сергеем, они фотографы профессиональные. Фотографы. Вот. Им нужно, чтобы было все идеально. Как же здесь клево, а? Как же красиво. Ах, ах, ах. В одной из таких вот этих, как они, каретниц, или как это называется, прям на воде, мы сядем. Ой. Насладимся завтраком. Ну как, еда там уж не такая вкусная, конечно, чего обыкновенный завтрак турецкий. Красивыми видами мужиков. Я надеюсь, они не геи. Надеюсь. Охладиться, да, после таких парней надо охладиться. А здесь достаточно глубоко. Я хочу сказать, что здесь глубоко. Он спускается, он еще и морж. Давай, давай, давай. Ты яйца-то засудишь, не ходи. Вода здесь, наверное, градусов 10. Горная река, кто знает? Трусишка. Ходи, ходи. Я ему говорю, давай, давай. О! О! Друг у него ржет. О! Сана аферин! Молодец, говорю. Что там интересного у него с членом? Могу. Ой, мои хорошие, все, пришли. А мы в прошлый раз здесь тоже сидели. Таня, что-то я не вижу с Сергеем. Где они? Это чей-то стол. Ушли люди, видимо, фотографируются на зону. Интересно, насколько это человек? Ну, судя по бокалам, два человека, потому что, видите, два стакана сока. Приносят сок на каждого. Мы в прошлый раз здесь сидели, вроде бы, если мне память не изменяет. Да, здесь. Ой, как здесь хорошо. Как здесь прекрасно. Шик. Всей семьей. Я не знаю, где Таня с Сергеем. Только что спустились, и мы спускались вместе по лесенкам. Уже нет никого. А, вон они. Ну где же моя Таня? Конечно, там, где качели. А мы тоже, я тоже тебя искала. Давай сделаем заказ, пока будут нести. Да, мы... давай Сережа все найдем. Он пошел ты мужа потеряла? Он нам пошел, типа, самое красивое место найти. А, вот он уже. Там. Давай, говорит, Сережу найдем, мы все потерялись, да. Друг с другом. Все втроем. Красивые качели, да? Да, прикольные. Еще там в воде можно сидеть. Делай, да, ну, сидеть, ну Таня очень любит. Прощай придатки. Я еще не пробовала. Не надо. Куда сядем? Тут везде красиво. Можно сюда? Да. Где-то здесь вот. Да. Ой, очень красиво. И качели рядом. Все. Тут везде красиво. А как? Качели. Мирабалар. Все, давайте здесь. Залазим. Этот, помните его? Когда мы были с Леной, с Оксаной. Он и работал. Завтрак 400 лир. Дополнительные какие-то закуски. Наверное, завтрак традиционный. Как валты. Угу. Такой здоровый будет. А Русьявар? Дель. Йох. Да, мам. Все. Как валты, сонра бакалым. Ну, говорю, потом посмотрим. Принеси три завтрака.
Ой, как мы красиво сидим, как замечательно. Такая прохлада. Такая прохлада. Конечно, свет убивает, да. Наслаждение. Наслаждение. Поедим, полежим, ой, хорошо проведем время. Прохлада. Ждем завтрак. Начали накрывать стол. Первым принесли сок. Я надеюсь, что это свежеотжатый. Надеюсь. Я в штанишках своих, в неизменных, потому что я не могу себе позволить сидеть здесь голой жопой. Например, была бы я в короткой юбке. Здесь бегают турецкие дети обутые. Нет. У меня потом, знаете, сколько прыщей было бы на ляжках сзади? Нет. Да, свежеотжатый. Чувствуется. Стоят руки сложили, официанты. Мама приедет, тоже сюда поедем. Каждую неделю сюда буду ездить. А что мне красивой женщине мешает? Часть уже принесли. Еще мини-мен, картошку принесут. Горячие закуски, короче. Ну вот здесь принесли творог, сарму, огурцы, помидоры, какие-то сыр, тахин, мед, сыр. Ну, короче, еще ждем. И чай. Сок я уже выпила. Сейчас еще должен поднести еды. Хлебушек. Ну-ка. Лепешки горячие должны быть, да. Да, должны быть. Что, разве чай? А, кстати. Давай. Пока он поспит, как раз. Мы не умеем пользоваться такими чайниками. О, оказывается, умеем. Благодарю. О. Так, вот это вот надо убрать. Ох. Принес еще еду, принес. Горячие блюда. Горячие. А я не дочка. Сейчас буду ставить еду на стол. У нас 3 человека, посмотрите, сколько нам ставили. А вот. Поедим. Ой, хоть поедим. Мясо. Мясо, грибы. Так, тут есть уже хлеб. Сюда поставим. Короче. Сейчас мы расставим. Вот. Да, буреки. Вот они, лепешечки. Вот они. Вот они, вот они, вот они. Вот они, вот они, вот они. Спасибо. Все. Ну все, давайте кушать. Давайте будем есть. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Я вот думаю, куда хлебушек поставить? Хлеб здесь есть. Но семиты здесь, да, есть семиты, но сюда не влазит. Так, Дань, готова? Да. Вертикально тебе хочется, да? Давай. Что это источник?
Хоть поем. Сергей, передай, пожалуйста, грибы. Давай. Горячо. За тарелку тоже горячо брать. Так, а ты можешь взять свою тарелку? А, да, Сергей. Грибы положи, пожалуйста. Вилка, нож своей. Я не знаю, как вилок нет. Моя тоже есть. Дай спросить чуть-чуть. Я одна рука не пробую. Это же долма, да? Да. Сарма, долма, это все это. Одна это. Одна разновидность. Так, сколько? Грибы, да, и чуть-чуть мяска. А тебе попадалось долма из мяса? Конечно. Смотрите, как все тянется. Да. Они здесь, она здесь вся без мяса, я хочу сказать, что она вот с булгуром. Булгур и солча, конечно. Она, конечно, попадала с мясом, но несколько раз без, я так удивилась. Да, это у них. И чуть-чуть мяска. Я вам, знаете, что хочу сказать? То, что горячее подается, нужно есть горячее. Да, да. Да. Иначе потом остынет и все. И будет совершенно не то. Да. Так, короче, хорошо, а пожрёмся мы тут вообще? Да уж ладно, прямо пожрёмся. Ну прям уж вообще. Мы поедим, ничего не скажешь. Перекусим. Перекусим. Ребята скоро уедут. Купили билеты. Спасибо. Все. Теперь к тебе. Теперь на 7 число купили билеты. Ну, короче, некогда нам. Мы будем кушать грибочки, мяско. Да? Мне вот очень радует вид, очень. Прям сижу, наслаждаюсь. Сергей спустился в воду. Спустился, вот тут вот походил. Ощущение как? Бодрит. А ты зачем это сделал? Взбодриться. Он сидел, он говорит, ноги затекли. И так сел. А мы вот еле-еле и, ну, практически съели, но... Я еще не ем. Я тоже ем еще. Мне чай принесли, стакашек обновили. Ой, великолепно просто. Как у Христа за пазухой. Где наш человек? Сейчас я прошу на тарелочку, да, так обновить. Ты откуда достал ее? Вон за столом чистый, вот на том столе на серверу. Это наша, да. Вилки тоже надо новое? Да. Вон там возьми, Серега. Там вообще все честь по чести. Обокрали чужой стол. Ну, ничего страшного. Обокрали чужой стол, да. Там качели. О, я прям сижу, наслаждаюсь. Вот так вот. Стакашек не обновили. Сижу, наслаждаюсь чаем. Он такой крепкий. Сережки, кстати, еще перстенек есть, но неудобно. Я не люблю эти гайки на руках. Немножко ножки размять. О, ледяная, просто ледяная вода. Просто прощай придатки. Там он уже лежат на ковриках. Не на ковриках, на диванчиках. Качели. Какая красота. Ледяная, конечно, Таня. Ты хотя бы так просто. Ледяная, да.
можно в воду упасть. Можно в ту сторону развернуться и в воду прыгнуть. Хорошо. Хорошо, очень даже. Очень даже. Мне нравится это место. Иришка, мама приедут. Мы тоже как-нибудь поимся на завтрак. Обязательно. Обязательно. Как же хорошо, а? Вы гляньте, да? Все для людей. Все для людей. Красивое место не очень, это мне понравится. Вода, конечно, холодная. Даже я бы не рекомендовала вообще никому. Даже взрослым мужчинам. Ну нет, это невозможно. Я понимаю, но у нас сильно холодно. Очень холодная. Немножко ветерок. Ну, я вот час назад фотографию выставила в Инстаграме, в сторе, и выставил 28 градусов, но мы в горах, мы в у реки. Конечно же, так у нас гораздо жарче. Здесь 28 показывает. Но по ощущениям, наверное, градуса 34. И что хочу сказать. Вот на этой качели качалась. Сережа Таня снимает. Жарко. Им чай в ноябре уже работать не будет, уже будет прохладно, тем более в горах будет прохладно. Но сентябрь, октябрь еще работают. Приезжайте. Отлично. Так что дальше пить свой турецкий чай. Крепкий. Балдеет, сидит тошки, фотографирует в воде. Ох, как нам вкусно. Наелись, напились, пошли. Через туалет. Чаю, наверное, литр выпила. Я не хочу в туалет. У меня руки чистые. Я салфеткой влажной протерла. В тенек зайду, чтобы на солнышке не стоять. Детский бассейн. Домой поехали. На автобусе. Тоже на автобусе. Эта контора открыта в 1989 году. Лестница. Ой, как же хорошо в тенеке. Тенечек это вообще. А я даже не знаю, сколько время сейчас. А, почему не знаю? Мы на двухчасовой автобус идем. Время где-то без 10:02. Это не наш автобус. Придет. Вот там люди, видите, вот Д, большая, дурак. Дурак это остановка. Люди сидят, ждут. Ты чай несут? Парни несут. Посуду мыть. Автобуса еще нет, не торопитесь. Пойдемте. Вот рядом. Обед есть? Я не могу, я лопну. Я лопну иначе. А, вон люди, кстати, тоже ждут. Да, остановка, да. Вон, тогда пойдемте. Может, за маленько пойти посмотреть?
Автобус нигде не прибежал. В ту сторону немножко. Там, да, примерно то же самое. Везде примерно то же самое. Гель. Гель пикник. Ой, наверху там есть. Там везде. Только мы-то сидели на воде, а там-то ближе к горам. Да, да. На воде прикольно. Конечно. Еще полдак. Ножки не надо, точно. Точно. Что-то у них и тут было, смотри, тоже, да? Какое-то место. С да. Мангалом. Да, банкетный да. Зал. Банкетный зал. Человек, который фотографирует свадьбу, говорит, банкетный зал. Ой, мы ждем автобус и домой. Домой, домой, домой. Пока буду ехать в автобусе, смонтирую видео, приду домой и сразу же поставлю на загрузку. Вот и все, вот и все. Вот и лето прошло. 2 сентября. Мы же раньше отъезжаем, да? Нет. Ровно? Да. 14.00? 13.59. А, у меня 59. 14.00. О, мы поехали. В тени 30 градусов. В тени 30 градусов, да. Полный. Мы поехали. Устали развлекаться.